кабинки босс. Мэнди бросает сигарету в унитаз и бах, все загорается. Да ну на. Ты еще кто? Эй, это мой кофе! Ну-ну-ну, выдыхайте. Во-первых, это не кофе, а бурда. Во-вторых, головной офис нанял меня потестить вашу систему. И, парни, вы прошли! Да? Рэй? Рэй, это Тобиас. Ага, здесь все отлично. Ладно. Да, передам. Рэй, она просит проверить роутеры. Послушай, что? Рэй, ты мне нужен. Кажется, за мной да. Следят. Да, отлично. Что? Спасибо, счастливо. Нет, нет, нет. Бюрократы, сами знаете. Эй! Эй! Блюм засечет меня, пора валить. Блюм, я пришел, писая кипятком. Скажем честно, я повелся. Думал, мы сможем сделать что-нибудь сногсшибательное, но все было херово с самого начала. А теперь уже поздно, и CTOS разрослась. Блин, заперто. Надо срочно искать уязвимость в системе. Смогу запереть этих недоумков в их же офисах. Эй! Эй! Меня заперли! На тебе коридор! Я в офис! Лады? Лифтов отключили. Надеялись, я застряну, ага. Он мог застрять в лифте! Вперед! Не понял, что в городе съезд охранников? Отродясь, только не видел. Кого ищут? Реймонда Кени. Того самого. Гонишь. Ну, так сказали. Прикинь, мой отец с ним работал. Книгу говорит «мы», а на самом деле обычный хипарь. Видать, твой папаня просто не в курсах делишек этого Кинни. Что это? Что там промелькнуло? Пока в безопасности, но надо по-быстрому найти уязвимость. все. Линяем. Твою-то мать. Ну, даже не старому столько. Я целишь. Ищем дальше. Он рядом, ищем. Ладно, парни. Всем отбой! Я буду скучать. Спокойно, спокойно. Тибон, как ты? Эйден, я все разрулил, шабаш. Ну, поздравляю. Прикрытие есть? Закинул левый цифровой след в систему Блюм. Теперь еще 2 недели будут палить меня в Вичите, а Марила, Тусоне. В итоге решат, что я осел в Мексике. А по факту в другой дыре. Взял билет в один конец из Майами. Если страсти поулягут, рискну связаться с тобой. Но... Береги себя, Тибон. И не нарывайся. Заметано. Адиос, амиго. Адиос. Детка, я дома. Если хочешь выжить, пользуйся черным ходом. Или не делай дубликат ключа. Некрасиво, неудобно и неуютно, как в аду, но ты всегда меня выручала, детка. Пора будить злых собачек. Утром надо будет убить все винты. Так и не пригодились. Но уж лучше быть чокнутым параноиком, чем трупом. Прощай, кроличья нора. Надо вздремнуть. Тебя не возьму. Нет! Отвали, заткнись! Ладно, ладно. Десять сраных лет, Фрюэр. Что тебе нужно? Вызови полицию. Нет, стой. Не вызывай их. Не верю я копам. Найдешь меня? Да остынь! Опять тебя паранойя кроет. Паранойя? Рэй, меня убьют, ты понимаешь? Да кто? А я не знаю. Мне чем-то врезали, и я вырубился. Кажись, я в багажнике. Ну точно, в багажнике. Можешь проследить? С большим трудом. GPS-сигнал пропадает. Конечно. Они его глушат. Херово. Похоже, устранители. Твою мать. Ладно, я скоро. Похоже, старина Фрюэр реально встрял. Но если я хочу свалить из Чикаго, мне пора. Блин. Нельзя его бросать. У меня телефон почти сдох. Где ты? Выдохни, мать твою. Пощупай замок, должен открываться. С новой тачкой прокатит. Не, ничего. Так, машина походу старая, ясно? Старая тачка? Нет, ничего не ясно. Они могли снять замок. Там инструменты есть, может ниша какая. Нам бы домкрат. Да, нашел домкрат. Думаешь, я смогу отжать крышку? Именно, только они не должны услышать щелчок. Так что ты шуми там вовсю и ори. Вот. Так, погнали. Эй, выпустите меня! На помощь! Спасите! Открыл. Готово. Выгляни наружу, скажи, что видишь. Я вижу каких-то рабочих на дороге. Это Чикаго, их тут полно. О! Конусы! Вижу дорожные конусы! Конус? Еще конус? Гребаные конусы! Здание Брюер компании! Что ты видишь? О, это же... Не знаю, что это такое. Ну уже, чел! Жилой дом, наполовину разрушенный. Какие-то трущобы. Похоже, ты Уордс. Круто. Брюер, еще что-то? Только куча домов. Может, надписи какие? Я не вижу. Стой, еще конус. Реймобила вот-вот сдохнет, быстрей. Вижу тебя. Так, теперь закрывай багажник и... Пристегни ремни. Да, стой. Какие ремни? Тут нет ремней. Сейчас немного потрясет. Рэй! Нет! Ничего не соображал. Черт! Скорее всего, он до сих пор винит меня во всех своих долбанных проблемах. Спасите! Выпустите!